Пошел. Нельзя ли повежливее, милейший? Ну, теща на блинах. Стоять. Ваше высочество. А мы вас заждались, Андрей Платонович. Вот посмотрите, какой произвол. Так обращаться с арестованным. Тем более с несправедливо арестованным. Полноте, господин Забалуев. Есть свидетельство очевидцев, что вы силой удерживали у себя в подвале девицу Платону. Нет, 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 нет. Я все могу объяснить. Молчайте. Ваши объяснения были уместны, пока мы разыскивали Анну. Теперь за вас говорят факты. Ваше высочество, уверяю вас, вы же не знаете всей правды, сообщники. У меня были сообщники. Гораздо опаснее, чем я. Если мы с вами их не остановим, уверяю вас, действительно с Анной может случиться страшная беда. Я вам все рассказал, ни словечко не утаил, ваше высочество. Окажите милость. Ну, право же, бес попутал. Совратил, сбил с пути истинного. А у меня жена, детки малые. Каюсь, пощадите. О жене и о детях раньше надо было думать. Каюсь, каюсь, но меня обмешурили. О, это страшная женщина. И как я ей поверил? Я вам расскажу о ее злодеяниях. Вот что она задумала. А убийство цыгана? Несчастный случай, несчастный случай, самооборона. Он сам напал на меня и как-то... Нет, это вы напали на него. Из-за своей неуемной алчности. Александр Николаевич, батюшка, Христом Богом прошу, простите никогда больше, никогда. Вы помните сестру убитого цыгана, Раду? Она рисковала жизнью ради меня. И я пообещал, что убийца ее брата будет сидеть в тюрьме. И я сдержу свое обещание.